Нагуляла его, и все. А мне теперь отвечать. Ищи другого лоха. Да не было никого, Степа, и нету. Это твой сын. Не было. Ни слуху, ни духу полгода, а тут на тебе сын. Чего ж ты мне не позвонила или не написала, когда была беременна? Я злилась на тебя, дурака. Ребенка отдать хотела. Отец Матвей завтра с утра к нам обещался прийти. Надо бы к чаю что-нибудь купить. Сама-то я уже ничего не могу испить. Ну, ничего, ничего. Я пораньше в булочную схожу. Все куплю. Вот колечек бы купить с орешками. Батюшка уж их больно любит. Ой, кто это там у нашей соседки орет? Кто-кто? Колымщик ее вернулся. Узнал, наверное, новость. Вот и дурак. Делай тогда тест. Делай тест, если мой ребенок, деньги на него дам, но не на твои шмотки и побрякушки. Может, хоть в долг денег дашь, пожалуйста? Мне правда, мне очень нужно. Ищи дурака. Слушай, вали отсюда! Не нужен ты нам, проживем как-нибудь. И уйду. И уйду! Подавись своими бабками, подонок! Дура! Ксюша, это дядя Саша. Ксюш, Ксюша, Ксюша. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Что-нибудь с Еленой Анатольевной? Да, с Лёшечкой все в порядке, слава богу. У нас тут другое горе. Напали на соседку Александра Павловича, Ксению Николаеву. Я в булочную вышел, а у нее дверь открыта. Такой ужас, батюшка. Она вся в крови, голова проломлена. И ребеночек. У нее пропал сын. Ему было-то всего 2 недельки. Есть у нас тут одна версия. Подозреваем Степана Рябова, бывшего любовника. Он был на заработках. Во-во-во-во-во. В аккурат они перед его отъездом разошлись. Вчера он вернулся и узнал о ребенке. Ну и соседи слышали, как они ссорились. Ой, что было там? Мы закончили. Квартира ваша. Спасибо. У него явно был аффект. И в полуссору он ударил бывшую любовницу по голове. Да. И ребенка в состоянии аффекта унес. Ну да. Может, он сам воспитывать решил. Александр Павлович говорит, что у него большая сумка была. Туда спокойно можно было ребенка положить. Хотя, наверное, в этом удобнее было бы нести. Я такие видел у мамаш в парке. Повесил, как рюкзак, положил ребенка и пошел. Нет, Ваня. В таких кенгурушках детей носят, когда они голову начинают держать. А тут новорожденный. Ну, тогда понятно, почему сумка. Главное малыша найти. Кто? Полиция. А я почем знаю, что полиция? В глазок посмотрите. Да что же это? Здрасте. Здрасте. Брат ваш Степан Рябов здесь?
Да, господи, он вчера только приехал. Что натворить-то успел? Где он? Да в зале я ему постелила. Отсыпается он. Посмотри там. Просыпаемся. Просыпаемся, полиция! Чё тебе, мужик? Полиция. И чё? Где ребенок? Какой ребенок? Сын Ксении Николаевой. А я откуда знаю? Лен! Попить мне принеси, засох. Ксюха вас на меня натравила. Вот сволочь. Не выйдет у нее ни черта. Не выйдет. Так, одеваемся и на выход. В смысле? С вещами? Пока без. Здравствуйте, батюшка. Все в порядке? Да, все в порядке. Здравствуй, Олечка. У меня просьба к тебе. Ты не могла бы посмотреть в родильном отделении, кто записан отцом у ребенка Ксении Николаевой? А когда рожала? Недели две назад. Хорошо, сейчас. Спасибо. Я вам русским языком повторяю. Я не знаю. Сосед видел вчера тебя выходящим из квартиры Николаевой с большой сумкой. Ну да. Я с сумкой и приехал сразу к Ксюхе. Мы просто в ссоре были. Я думал, мы помиримся. И что? Она мне прям сразу с порога. 7 декабря. Отними 9 месяцев, вот, пожалуйста, твой сын. А ты? Не на того напала. Я ушел, ясное дело. Ясное дело. Да. Не, мужики. Ну, а вы что, не ушли бы, если бы не ваш сын? Подожди в коридоре. Задержи его на 24 часа. Родственников, всех друзей прошерсти. И, Шерман, чтобы я никаких попов рядом не видел. Ну, в конце концов, это тоже его участок? В смысле, приход. Ты кому мозги пудришь? Лейтенант, соберись. Думай башкой. И это тебе мое последнее предупреждение. Так точно. Последнее предупреждение. Нет, батюшка. В нашей больнице Ксения Николаевна не рожала. Так. Наверное, в область ездила. Да я ей приятельнице своей позвонила. Она в областной больнице работает. Представляете? Со школы знакомы. За одной партой сидели. Дружим уже. Сколько лет? Уля, а про Ксению ты что узнала? Не было в областной вашей Ксении. Странное дело. Ну, не в поле же она рожала, правда? Ну, тоже скажете. Дома она рожала. Частным образом, с акушеркой. У нас сейчас это модно. Здрасте. Мысли великие, как я погляжу, сходятся. Да. Нашли мы Рябова, только ребенка у него нет. Что он говорит? Да ничего, мы отпустили его уже. Проверили всю родню от двоюродной бабки до троюродного племянника. Ребенка нет. Вот я и подумал, может быть, кто-нибудь другой отец. Да. Только вот в ЗАГСе наш младенец не зарегистрирован. Может быть, Ксюша не успела. Нелегко ей было одной совсем справляться. Ну, не знаю, уже 2 недели прошло. Тоже верно. Что думаешь делать? Ну, надо по больничным документам проверить. Они обязаны отца вписывать. Я уже интересовался. Нашей роженицы в списках нет. Как нет? А младенец-то вообще был? Да был, Ваня, был. Надо бы местных повитух опросить. Кого? Повитух. А, частных акушерок. А. Может быть, кто нашего младенца на дому принимал. Еще пригодился бы список всех детей, рожденных 7 декабря. Так мы уже составили. Да? Можно взглянуть?
Батюшка, вы меня простите, но, наверное, лучше не стоит. Скиба опять взбесился, и если я вам дам список, он ведь все равно узнает, а на мне его последнее предупреждение висит. Все в порядке, Ваня. Коли так, забудь. Начальство злить понапрасну нельзя. Вас подвезти? Да нет, спасибо. Николаева? Да, да, Николаева. Нет, не было такой. Нарусова, Нестерова, Никонова, Назирова. Орехова. Нет, Николаева не моя. Вы уверены? Молодой человек, у меня почки, давление, а вот с головой пока, слава богу, все в порядке. Как еще раз, Николаева? Нет, такой у меня не было. Ну, раз так, я не смею больше вас задерживать. До свидания. До свидания. Простите, а можно вопрос не для протокола? Да. У вас такая редкая для мужчины профессия. Вы почему ее выбрали? Понимаете, женщины чувствуют себя более уверенно в присутствии мужчины. Даже в такой момент? Особенно в такой момент. До свидания. Всего доброго. Привет вам. Здравствуйте. Слушай, у нас это, завтра контрольная по математике. Ну вот, решили вместе поучить. Здравствуй. Очень хорошо, у меня как раз пирожки готовы. Проходите. Похоже, что я вовремя. Здрасте. Здрасте, здрасте. С чем пирожки? С картошкой и грибами. Но сначала всем мыть руки. Естественно. Давай, помогу. Спасибо. Наша училка по биологии, Инна Альбертовна, страх как боится чем-нибудь заразиться. Ну вот. Петька разрисовал себя фломастерами, ну, как будто у него краснуха. Она это увидела, испугалась, посылает его к медсестре. Он возвращается и говорит, что медсестра сама на больничном. Но Альбертовна нас так и отпустила. Представляете? Мам, пап, да после биологии все равно ничего серьезного не было. Ах, то есть, по-твоему, есть занятия серьезные, а есть несерьезные? Министерство образования так не считает, а Петя Корнеев так считает. Потому что Петя Корнеев умнее всех. Мы потом еще в музыкалку пошли, две лекции слушали. На какую тему? Начальные сведения о полифонии. Петя мне еще помогал Моцарта разучивать. Девятый концерт. Ну, не весь, конечно, там. Как же он помогал? Страницы переворачивал? Угу. Мам, пап, простите, пожалуйста. Ну, правда, все понял. Ладно. Будем считать, что произошел ценный культурный обмен. Валентина Никитична, а вы музыке учились? О, да, да. Валентина Никитична тоже Моцартом учили. Сначала в музыкалке, а потом в Регинском училище при семинарии. Да это что? Знаешь, какой драйв папа в универе давал на бас-гитаре? На гитаре? Ага, папа и пел еще. Ну, это было давно. Пап, слушай, можешь сыграть, а? Моть. Ну, папа, пожалуйста. Ну, давай. Пап, Моть. Ну, пап, пожалуйста. Ну, давай. Ну, давай. Ладно. Yes. Так, ну-ка. Иди сюда. Субботний вечер, и вот опять
Я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук, шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. 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 Я танцую буги-вуги каждый день. Последний месяц в приходах вашего города младенцев мужского пола, рожденных 7 декабря, не крестили. Вы уверены? Уверен. Я целый день убил на то, чтобы обзвонить все приходы по вашей просьбе. Спасибо вам огромное. Вот. Примите. За ваши хлопоты. Матушка с утра испекла. А был один младенец, рожденный 7-го, но только не у вас, а в соседнем Елизарово. Нарекли Павлом, а фамилия родителей Быстровы. Знаю я этих Быстровых. Состоятельные люди. В храм ходят редко. Но первенца своего решили крестить. Хотя странно, конечно. А что в этом странно? Ничего. Кроме того, что в браке Быстрова уже 17 лет, а это их первый ребенок. Да. Любопытно. Вы не могли бы дать мне их адрес? Это я во всем виновата. Меня никогда не было рядом. Первый раз Ксюша сбежала из дома в 8 классе. А когда исполнилось 18, ушла насовсем. Словно хотела забыть о семье, обо мне. Еще все можно исправить. Вы так думаете? Вы теперь бабушка. И можете быть вдвойне полезнее. Будете заботиться и о молодой маме, и о ее ребеночке. Рябов, Степан? Да, я. Здравствуйте. Я отец Матвей, здешний приходской священник. И чего? Вы, наверное, Ксюша. Видите ли, я хотел попросить у вас об одолжении. О каком? Понимаете, я ищу пропавшего ребенка. Это не мой ребенок. Нет, я не утверждаю, что он ваш, просто... Вы видели мальчика, а я нет. Ну и что? Помогите найти сына Ксении. Нет, я пас. Вот пускай мамаша ее ей помогает. Вы же знаете, они были в ссоре. Антонина Васильевна внука своего не видела. Чего вы ко мне прикопались? Вот Ксюха сейчас очнется, тогда и расскажет, кто ее по башке отоварил, куда ребенка дели. А если не очнется? Здравствуйте. Добрый день. А, вы о христианском воспитании пришли поговорить, да? Меня предупреждали. Да. Да. О воспитании христианском. Вот, батюшка. Проходите, проходите. Прекрасный парень. На маму похож. Спасибо. У нас, матушка, у самих 3 детей. Я знаю, как вам сейчас. Вы сами кормите? Нет, мы смесь даем. А, ну ничего. Ничего. Смесь сейчас хорошие делают. Конечно, лучше материнского молока ничего нет.
В нашей больнице рожали? Да. В областной? Там, я слышал, отличные специалисты. Вы извините, мне надо Павлика укладывать. Я пойду. Да, да, конечно. Спасибо. Конечно. Простите. Она ведь не рожала этого ребенка, да? Вы очень проницательный, святой отец. Анечка не может иметь детей. Это выяснилось сразу после свадьбы. Сочувствую. Ну, мы, конечно, лечились, но все бесполезно. Понимаете, шли годы. Вы, конечно, меня сейчас осудите, но я должен признаться, я не был до конца верен своей жене. В каком смысле? У меня был роман. Она забеременела. Не захотела оставить ребенка. И тогда я все рассказал жене. Было очень нелегко, но Анечка меня простила и решила, что мы должны усыновить малыша. Вы считаете, что мы поступили правильно? А мать ребенка действительно этого хотела? Конечно, хотела. Тогда мне остается только восхищаться вашей женой, ее великодушием. Да. Анечка замечательная женщина. Простите, можно мне взглянуть на свидетельство о рождении? А с какой целью? Просто при крещении в приходе там что-то напутали. Сами знаете, в какое время живем. Россия, матушка, куда ни плюнь, как говорится, везде. Хорошо, сейчас. Везет же людям. Разве? Мало того, что погулял на стороне, жена простила, так она еще и ребенка его приняла. Степ, ты главное это увидел? В смысле? Ребенок похож? Как сказать? Кульки кульками, они все на одно лицо. Вы это, батюшка, вы бы отпустили меня. Но все равно от меня никакого толка, я только мешаюсь. Нет, Степ, не могу тебя отпустить. Не иголка пропала, ребенок. Будем искать. Ваня, найди мне, пожалуйста, адрес Нины Федоровны Андреевой. Негде, в некотором царстве, в 30-м государстве, жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям то и дело. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, здравствуйте. А мы вот прогуляться решили. К еноту все равно ничего хорошего не идет. А кто это у нас такая красавица? А? Батюшка, а можно я ее повезу? Да, конечно. Прости, Ваня. Свидание вам, конечно, испортили. Да что вы, батюшка, мне на самом деле поговорить с вами надо. Что случилось? Да младенец этот как сквозь землю провалился. Я уже все дома малютки, детские больницы обошел, ничего. Опросил подружек Ксюшиных, так никаких следов другого мужчины. Я думаю, Ксения действительно любила Степана. Кстати, хотел спросить, а зачем вам понадобился адрес Нины, дворничихи нашей?
Видишь ли, Ваня, я узнал, что Нина родила ребенка от Быстрова 7 декабря. От Быстрова? Это который Олег Викторович, директор обувной фабрики? Да. Разные города, разные люди. Странный роман. Привет. Здравствуйте. Твой? Нет, украла. А тебе идет. Пора тебе, мать, за ум браться. Да я бы с удовольствием. Так зачем же дело стало? Да не зачем. А за кем? Узнать бы, кто у нее роды принимал. Видели, батюшка? Единственный мужчина-акушер-гинеколог в области. Нашел свое призвание, да? Да ладно призвание. Гонлевский доктор никакой. Его тетка по блату устроила женскую консультацию. Ха. Вот тебе и призвание. Вот она у него, директор областного центра планирования семьи, Захарова Софья Николаевна. Вот она, врач от Бога. Ну чего ты? Нет, мы к этому дяде рожать не пойдем, да? Мы девочки умные, сами о себе заботиться должны, да? Вань, ну посмотри, какая прелесть. Ну, прелесть-то она прелесть, только нам пока рано думать о таких прелестях. Батюшка, мне пора. Ты куда? Обещала своим картотеку разобрать. Вот и займусь. Какую картотеку? Подожди. Ваня. Отстань! Тонька! Высади Катю, не дошел. Здравствуйте. Здрасте. Мы пришли поговорить с Ниной Федоровной. Я Нина Федоровна. Тонька, я тебе что сказала? Я вам не нанималась тут. Я тебе не нанималась. Я тебе сейчас так наймусь. Мы пришли поговорить о вашем сыне. Да. Вот Гришка, паразита. Что утворил опять? Нет. О вашем сыне от Быстрова Олега Викторовича. О Павлике. Понимаю. Это, наверное, было трудное решение. Трудное? Он прекрасный ребенок. Я знаю. Похож на вас. И... У него рыжие волосы. Ого! Рыженький. Весь в батю. А погоди, погоди. А что ты врешь-то? Какой же он рыженький? У него черные волосы у парнишки. Вы не видели ни сына, ни его отца? Я вдова. У меня четверо детей. Я вкалываю с утра до ночи для того, чтобы было хоть что положить им в кастрюлю. Я понимаю, вы сделали это из нужды. Они сказали, что достаточно подписаться, и не будет проблем, да? Иди отсюда. Иди! Кто вам заплатил? Проваливай! Погоди, а что ты так с нами разговариваешь? Мы тебе что, в карты, что ли, проигрались? Хозяйка! Стёп, я говорю, ты молчишь. Да понял я уже. Здравствуйте. 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 А мужа нет, к сожалению, дома. Он уехал в область по делам. Я с вами хотел поговорить. Да, конечно, проходите. Проходите, садитесь, я сейчас чай вам сделаю. Я видел, как вы нервничали в прошлый раз. Все, что ваш муж нам рассказал, это ложь. Я не понимаю, о чем вы? Я встречался с Ниной. Я знаю.
Вы знаете, как трудно усыновить ребенка? Это тянулось годами, бесконечными годами. Потом нам предложили вариант. Какой вариант? Если женщина родит ребенка и откажется от него, то отец имеет полное право забрать его и воспитывать. Но ведь ваш муж не отец Павлика, так? Нет, не отец. Нина ведь не замужем. У нее своих четверо детей, условий никаких. Мы и не видели ее. Да, я знаю. Она согласилась писать моего мужа в свидетельство о рождении ребенка. Батюшка, скажите, а что в этом плохого? Взять ребенка, подарить ему любовь, нежность, заботу? Мне очень жаль, но вас обманули. Нина не мать Павлика. Она лишь согласилась помочь оформить документы. За деньги, разумеется. Этого не может быть. А чей тогда это ребенок? Ксении Николаевой. Пока это только предположение. Мы сможем точно сказать, когда найдем посредника. Анна, кому вы давали деньги? Я не знаю. Муж всем занимался. Ну так идите тогда, звоните скорее. Ну а ты-то чего разнервничался? Сам же говорил, это не твой ребенок. Ну, отец, втянул ты меня в историю. Итак, вы принимали роды у Нины Андреевой? Да, недели две назад. Если хотите, могу свериться с записями для более точной даты. Это подождет. И? Что и? Как все прошло? Отлично. Легкие роды. Что неудивительно, для Нины Федоровны это уже пятые. А Быстров? Не присутствовал, но щедро отблагодарил меня за мой труд. Знаете ли, история любви директора и дворнички весьма нетипичная история. Что только в жизни не увидишь. Сердцу ведь не прикажешь, правда? Скажите, а улица Гоголя, дом 11, это ваш участок? Да. Да, до 12-го дома. И Ксения Николаева по поводу своей беременности к вам не обращалась? Нет, не помню. Вы знаете, у нас много врачей. Спросите у коллег. Я могу идти? Вы можете. Начинать говорить правду. Мы сделали анализ ДНК. Это ребенок Ксении Николаевой. Нина Андреева никак не может быть его матерью. Вы ребенка похитили и покушались на жизнь его матери. В камеру его. Правда? Уведи его. А он... Рано нам еще с тобой о детях думать. Что же он развлекается со мной просто? Не нагулялся еще? Может, вообще ему семья не нужна? Вроде глупости говорить. Но просто мужики, они все косноязычные. Вот батюшка... Он всегда так мудро и складно говорит. А ты знаешь, как он мне предложение сделал? Как? Ой, я тогда тоже много чего себе придумала. А он вдруг в лифте между вторым и третьим этажом говорит. Валентина, чего, время-то тянуть, и так все ясно. После седмицы обвенчаемся. Матушка, ну, не в языке тут дело, а в голове. У моего Вани там сплошной ветродуй. Ульяна, вы хорошая пара. Верь мне, у меня глаз наметан. Батюшка, она уже два дня не хочет ни слышать меня, ни видеть. Обиделась, а я не понимаю, на что. Ну, Ваня, обычно женщины обижаются на невнимание. Ну, я мало времени ей уделяю, да. Но я не специально. Я же работаю.
Она должна понимать, что намерения у меня самые серьезные. Ну, как это она должна понимать? В смысле? Ну, ты ей сказал, что намерения у тебя самые серьезные? Нет. Ну вот. А ты скажи. Знаете, она вдруг глаза открыла. Я сразу за вами. Вы помните, как вас зовут? Сколько вам лет? Понимаете, где вы? Где мой сын? Здравствуйте. Батюшка, я поблагодарить вас приехала. Меня? За что? Ну, за то, что зла не допустили. Сложно было с Павликом расстаться, но все-таки это лучше, чем... чтобы мать без ребенка мучилась. Да, верно. Сама настрадалась, знаю, каково это. Ух, и намыкались мы, батюшка. Вы молитесь, не теряйте надежды. Господь милостив. Да. На него только уповаю теперь. Мы с мужем аж до самой Софьи Николаевны дошли. А кто это? Захарова Софья Николаевна. Она директор областного центра планирования семьи. Захарова? Захарова. Батюшка, из больницы звонили. Ксения в себя пришла. Слава Богу. Состояние стабильное, речь связанная, говорит, что чувствует себя хорошо. Говорит? Да. Здрасте. Ваня, ты здесь? Не волнуйтесь, милый, все будет хорошо. Это по назначению врача. Не смейте! Не смейте! Стоять, полиция! Задержите ее! Ксения! Ну, Матвей Петрович, выношу вам благодарность за проявленную бдительность. Да, батюшка, как же вы догадались? Я вот все думал, где Гондлевский находит себе клиентов? Бездетные пары. Ну? Потом ко мне пришла Быстрова и сказала, что она лечилась в областном центре планирования семьи. Помнишь, мы встретили Гондлевского в парке? Ну да. Ульяна сказала, что он совершенно никакой доктор, и на работу его устроила тетка, которая большая шишка в областном центре планирования семьи. Конечно. Получается, семейный гениальный подряд. К тетке приходят бездетные пары, а племянник находит им беременных, которые готовы отдать своих детей. Точно. Так случилось и с Ксюшей. 9 месяцев назад ее бросил Степан, уехал на заработки. Вскоре она поняла, что беременна. Захотела сделать аборт, но Гондлевский предложил ей сделку. Родить ребенка, отдать его приемным родителям и отлично заработать. Вот только... у Ксюши проснулся материнский инстинкт. Она захотела сама воспитывать малыша. Да это все понятно. Но вы-то как об этом догадались, Матвей Петрович? Помнишь кенгурушку у Ксении? Да, но только при чем тут она? Если планируешь отдать ребенка, зачем покупать ему вещи на вырост? Точно. Ну, отучись.
И Ксения решила оставить ребенка у себя и сказала об этом Гондлевскому. А тот потребовал вернуть деньги. Ксения надеялась, что Рябов даст ей в долг, но ее надежды, как мы знаем, не оправдались. Так вот. Они устроили прямо у нас под носом торговлю детьми. Сволочью. Возможно, поначалу им казалось, что они творят благо, делая счастливыми одних и облегчая участь другим. Ну, конечно. При этом отлично зарабатывая. Да. Алчность оказалась сильнее. Они перестали думать о матерях и детях. Забыли о своей душе. Вот-вот. Правильно сказано. Корень всех зол – жадность. Угощайтесь, Матвей Петрович. Привет. Привет. А мы преступников задержали. Даже двух. Поздравляю. Я это… хотел сказать… Я давно тебе хотел сказать, что ты самая умная, добрая, нежная, трудолюбивая, ответственная и красивая девушка. Я же всю ночь сочинял. Ульяна, выходи за меня. Ты мой золотой. Да, да, да. Пойдем. Пойдем. Степа, как ты его узнал? Как же его не узнаешь? Он же на меня похож. Как две капли. Да? Пойдем к мамке. Пойдем к мамочке. Пойдем к мамочке. Опа. Тихо. О-а-а. Иди ко мне. Иди, мой хороший. Иди, мой зайчик. Ксюх, я знаешь, что подумал? А давай его назовем Матвеем. Батюшка, вы не против? Нет, конечно. Почту за честь. Прекрасное имя. Не потому, что я его ношу, а потому, что Матфей переводится как «дар Божий». Мне кажется, для этого малыша более подходящего имени не найти. Потому что он есть настоящий дар. И, слава Богу, вы вовремя в этом разобрались. Да, мой малыш.